МВД предложила отказаться от знака «ШПы». МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «ШПы» на машинах. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов во вторник, 15 мая. По мнению авторов документа, это требование потеряло актуальность, так как динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов. Их перечень приводится в пояснительной записке к проекту. Это конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, и другие. Как отмечают авторы документа, установка знака «ШПы» не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий. Также в МВД полагают, что знак на заднем стекле автомобиля зачастую ограничивает обзор с места водителя, что небезопасно. 20 февраля стало известно, что полицейскому ведомству вновь пришлось опровергать информацию об издании приказа, якобы обязывающего водителей автотранспорта пользоваться защитными шлемами. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.